Microsoft все время ругают, а в последнее время ей приходится совсем нелегко. Еще неизвестно, какое будущее у нее впереди. Но до сего времени Microsoft ежегодно выпускала и выпускает один из самых лучших авиасимуляторов в мире для платформы IBM PC. Он так и называется – Microsoft Flight Simulator. Сейчас перед нами последняя новая версия, которой будут увлечены любители летной техники в новом 2000 году. Что обещает компания на этот раз? Виртуальные летчики получат полное ощущение настоящего полета над землей на самолетах разного класса. Это достигается детальной прорисовкой текстур поверхности Земли, городов и воздушного пространства. И при этом программа требует не очень много ресурсов. Pentium 166, 32 мегабайта АЗУ, 16-битные видеокарты и, конечно, Microsoft Windows. No.